Немчиновский пруд неоднократно становился объектом пристального внимания со стороны администрации муниципалитета и Госсадмтехнадзора. 27 июня инициативная группа поселения оповестила власти о проведении незаконных работ в районе прибрежной зоны водоема. Сегодня в 7 часов утра работники администрации Одинцовского муниципального района выявили факт проведения незаконных земляных работ, а также попытки врезки канализационных и дренажных стоков в Немчиновский пруд. Нами эти работы были пресечены, направлены соответствующие обращения в правоохранительные органы и вызвана служба государственного административно-технического надзора. В настоящее время проводится проверка и будет принято процессуальное решение. Сейчас все работы остановлены. По данному факту проводится проверка. Предположительно, что трубу вывели с участка соседнего дома. Правда, собственник эту информацию опровергает. И в то же время никаких документов о проведении работ или согласованного плана коммуникации жилого объекта предоставлено не было. Здесь надо разбираться, кто что делал. Потому что на данный момент здесь никаких работ не проводится. И неизвестно, когда это было, когда работы были. И вообще все законно это или незаконно. Это все надо разбираться. Жители бьют тревогу. Сбросы канализационных стоков в Немчиновский пруд могут привести к экологической катастрофе. К сожалению, многочисленные нарушители позволяют себе сброс различных отходов. А к счастью, у нас есть инициативная группа, которая постоянно держит нас в курсе, она осуществляет ежедневный мониторинг и также информирует нас о том, что если какое-то нарушение происходит, а мы стараемся очень оперативно на это реагировать. Пока на глади Немчиновского пруда качаются лилии, но ситуация может измениться кардинально. Вопрос о состоянии прибрежных зон и работа с незаконными врезками и выводом сточных вод в реки и пруды округа на личном контроле главы муниципалитета. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».